В Испании за сутки спасли 600 мигрантов из Марокко. Они переплывали Средиземное море на лодках, а также катамаранах для детей и водных мотоциклах, сообщили в береговой охране. В Организации Объединенных Наций говорят, что за этот год в страну прибыли уже более 9 тысяч мигрантов. Это в 3 раза больше, чем в 2016-м. Пытаясь пересечь море, погибли более 120 человек. Большинство мигрантов следует через Гибралтарский пролив. Многие делают это на дешевых детских катамаранах без моторов.